Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, братья и сестры. Вот сегодняшнее евангельское чтение о мытаре и фарисее, оно выделяется церковью очень так активно, очень ярко выделяется самим последованием календарным. Всегда читается оно в начале постной триоди, когда полагается, ну, постная триодь открывается в зависимости от того, на какой день в текущем году приходится Пасха Божия. Вот это один из таких календарных кругов, по которым действует Церковь Святая. Вот. И всегда начало триоди связано вот с этим, с этой притчей Божией о мытаре и фарисее. Насколько же это вот важные слова. И мы, я не думаю, что кто-то сознательно умаляет их значение, тех вот поучений, которые вложены в эту притчу. Не думаю, но скорее не так. Просто понимая даже значимость, мы тем не менее все же, ну, из практики я могу только, конечно, заключение такое сделать, потому что каждый раз это подмечаю, вот все эти годы своего служения, каждый раз я подмечаю, что вот мы относимся к этой притче с вниманием и знает ее каждый, но при этом никак она не реализуется. Ее правила в жизни нашей практически не, ну, отсутствуют, не существуют буквально. И почему это? С чем это связано? Ну, я затрудняюсь даже на эту тему и рассуждать. Ну, наверное, все-таки вот с этим с таким свойством падшего человеческого естества, как себялюбие, когда в центре внимания у каждого человека его собственная личность, его собственное вот существо со всеми потребностями, особенностями. И хотя нас от этого отвращает Церковь Святая, но мы все равно во всех своих оценках, поступках исходим именно из этого качества. Незаметно порой даже для себя. Даже не знаю, особенно, если незаметно. Потому что если бы задумывались, то, может быть, иначе как-то рассудили бы о том или ином случаи в нашей жизни, иначе как-то поступки свои наметили совершать. Но вновь и вновь. И как же это проявляется? Ну, очень просто. Очень просто. Притча звучит, слова звучат. Фарисея сначала, да, который молился. Ну, благодарю тебя, Господи, за то, что вот я не такой, как эти грешники. Вот чувство благодарности, оно же знакомое всем. А кто-нибудь уязвлялся этими словами? А кто-нибудь о них смутился? Буквально вот пройдет еще вот день-два, будет служба в нашем храме. И опять кто-нибудь подойдет и будет этими же словами исповедоваться. Это настолько знакомо, что просто вот каждый раз, я повторюсь, сердце сокрушается. Как же так? Неужели не услышал? Или, может быть, услышал, но как-то не так понял. А как тогда нужно растолковывать эту притчу? Сколько уже людей, сколько проповедников за эти годы об этой ситуации рассуждала самбона.
Не знаю, каким образом изменить вот отношение к этой самой благодарности. Ведь она же лживая, она же обманная, она ведет в никуда, в тупик, потому что она является благодарностью вот такой самодовольной, самодовольной. Эта благодарность, она исходит из того, что человек о себе высокого мнения, действительно, реально, и он таким и является, этот человек. И нет тут никакой проблемы совершенно, вот с точки зрения логики нашей человеческой, вот, человека, который живет вот этими временными ценностями. Какая же здесь проблема? Ведь реально, вот я хожу в храм, я регулярно исповедуюсь, я регулярно причащаюсь, я придерживаюсь постов. Да что же в этом плохого? А кроме одного, опять-таки, кроме одного, в центре внимания кто? Опять я сам, моя личность сравнительно с окружающими людьми. Вот, оказывается, что нас утешает, вот что нас привлекает. Как раз конкретно вот эта самая фарисейская молитва, она для нас является душевной молитвой, является она для нас искренней молитвой. Вот почему каждый раз так все и происходит. Опять и вновь человек готов приносить Богу благодарность за то, что, вот может быть, он в этот день не согрешил. Благодарю тебя, Господи, я сегодня не согрешил. Страшные слова. Обличительные, помрачительные буквально, все помрачается вокруг. Конечно, покаяние, как не хочется думать о своих грехах, как не хочется вспоминать то, что уже, ну, знакомо. И вот очень подобное этому чувству предыдущему, которое я описал, покаяние такого свойства. Ой, стыдно исповедаться, потому что все те же самые грехи. Стыдно исповедаться. Сколько гордости в этих словах. Подумайте только, ну, они, казалось бы, благочестивы, но какое же там благочестие? Как, ведь элементарная логика говорит о том, что если грехи у тебя еще те же самые, то, слава Богу, ты еще других не приобрел. Но нет, конечно, а немножко о другом это говорит. Ну, с точки зрения, может быть, наших вот отцов, которые глубокой такой духовной жизнью жили. Это говорит о том, что человеческое сердце, оно где-то там в тайне, в глубине души сокрушается о том, что грехи-то еще не все открылись. Вот, Господь их просто не открывает. Но это, к сожалению, для сознания приемлемо, как-то не так все мы оцениваем. Как-то мы все оцениваем искаженно. И вот эта притча, она поэтому актуальна, из года в год актуальной является. Нужно себя поставить на место сначала вот этого фарисея. Читаем Евангелие, слышим слова фарисейские, не критиковать его нужно, не, как сказать, не осуждать его слова, а себя на это место поставить. Себя. Это не театрализация, это реальность. К сожалению, эти слова очень похожи на те, которые каждому из нас так хочется произнести. Мы их произносим, и мы их даже произносим. А молитва мытаря, ну, она слишком проста, она же в себе пафоса никакого не имеет. А мы привыкли к пафосности, мы привыкли к такому, ну, состоянию порыва душевного. Мы этого ищем, мы переживаем, когда не находим в молитве такого вот восторга, утешения душевного.
она не для того молитва нам дана, чтобы мы восторгались и чтобы мы получали утешение, а для того, чтобы душу нашу исправить, в принципе, принципиально исправить. Там все должно измениться очень радикально. И церковь, она к этому именно каждого ведет. Почему трудно идти путем церковного исповедания? Не такие уж тут длительные правила, не такие уж они непереносимые. Это только когда вот, ну, их предстоит совершить. Вот человек в своей фантазии, он делает эти правила буквально невыполнимыми. Вот сейчас пост предвидывается великий. Да как же я его пройду? Да это же больше, чем месяц. Да это же нужно себя во всем ограничивать. А тем более первая седмица. А как там вообще? Полностью нужно отказываться от пищи. Вот уже человек весь охвачен этим порывом. Но при этом он забыл, что ему уже, этому человеку, уже за 60, а то есть за 70 лет, что у него в списке диагнозов и диабет, и там гипертония, и язва желудка, и все подряд. Он даже не задумывается, что ему вообще поститься нельзя, грех ему поститься. Это все равно, что над собой совершать какие-то насильственные действия, своему организму вредить. Это же тоже грех, так не делается. И пост совсем в другом заключается. Мы об этом обязательно будем рассуждать. Опять к тому же самому придем. А здесь такая простая мольба. Боже, милостив будь мне грешным. Что за этим стоит? Это что за исповедание? Боже, милостив будь мне грешным. Ну что? Ну да, мы так надеемся. Но как ко мне не быть милостивым? Я же достоин этой милости. И Бог-то наш, Он же такой милосердный. И что я еще буду об этом повторять и говорить? Да нет, конечно. Я вот на прошлой неделе в среду один раз постился. Я лучше, чем те, кто не постится. Это, конечно, так. Благодарю Тебя, Господь. Вот оно, да, лукавство, как проявляется. Вот потрудиться от этого, вообще уклониться, вообще устраниться. Эти слова «благодарю», напыщенное. Да как можно Господу такое слово сказать? Язык-то как поворачивается? Он свой себя, он свою жизнь предал нам, ну, практически себя предал на поругание, чтобы грех у нас победить, который мы повторяем, повторяем изо дня в день. И ухитряемся даже еще благодарить за то, что кто-то хуже нас. Нам дана в руки возможность и способность благодарить. У нас есть Евхаристия, у нас есть тело и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащаясь которого, мы совершаем воспоминания о Нем. Вот истинное благодарение. Оно не требует пафосных слов, оно требует только лишь вот такого созерцания Господа, Его снисхождения, Его милости, Его любви. Он требует пребывания в этой любви. Ответа сердечного, не словарного, не какого-то там логического, а именно вот всем сердцем, чтобы человек отвечал Господу за Его милосердие, за Его милость, и чтобы он эту милость не отнял. Потому что на самом деле это происходит очень быстро, без всяких препятствий. Вдруг ты оказываешься вообще за бортом вот этого спасительного ковчега церкви. И так многие, ну, опять-таки, сравнительная наша вот эта логика, она порочна. О себе давайте позаботимся. Хотя, конечно, можно доказать такую вот постановку вопроса, что действительно многие отпадают моментально. Держаться, да никто не сможет удержаться в таком бушующем море, цепляясь за борт этого самого
ковчег из-за этого кораблика. Да никто не может удержаться, только Господь может удержать. Вот почему нам нужна эта милость Божия непрестанно. Вот почему прошение о Его снисхождении, о милости, оно гораздо нам более ценным является, чем все наши рассуждения о сравнительной нравственности, кто хуже, кто лучше. Да ничего это не даст для спасения души. Вот. А молитва мытаря, она может быть всегда, она всегда с тобой. И как, что бы ни совершалось в душе, то есть вокруг, что бы ни совершалось, чем бы ты ни занимался, один единственный случай, когда ей как бы не остается места, впрочем, она настолько удивительная, эта молитва мытаря, что да, она, пожалуй, единственная, которой даже грех уста не загородит. Вот ведь чем. Вообще молиться, когда согрешаешь в чем-то, невозможно. А милости просить Господа, наверное, все равно возможно. Вот постараемся этот взять на вооружение, вот этот пример сознания своей, его недостоинства, своей греховности, укоренившейся до глубины души. И пример искренней вот этой вот молитвы. Ну, в грудь себя бить, конечно, это, наверное, будет уже чересчур. Это будет театрализация, а не молитва. Но вот на таком сознательном, на внутреннем, сердечном, я повторюсь, уровне, это нам каждому совершенно необходимо просить Господа: «Боже, милостью будь мне грешному». Вот. И с этими словами, наверное, мы не посрамимся. По крайней мере, лукавства-то в них не будет в той мере, как у фарисея. Хотя в этой притче и не говорится о том, что фарисей вот так погиб в своем этом самодовольстве. Церковь об этом рассуждает, но на самом деле, вот если почитать Евангелие еще раз, мы там не найдем слов, что он, его Господь не оправдал от спасения его, как бы, вот так вот, изверг. Нет, такого нет. Просто он менее оправданным из церкви ушел. Менее, уменьшенная, так вот, уменьшительная такая постановка вопроса. Но рассчитывать, ну, что же, на милосердие Божие, все-таки лучше с той молитвой, которая милость Божию привлекает, а не возвышает самого молящегося. Возвышение в молитве, возвышение собственное, оно совершенно бессмысленно. Сколько бы мы ни благодарили Бога за то, что мы лучше других, мы ведь к совершенству от этого не будем никак приближаться. Вот. А милосердие Божие, оно, ну, мы надеемся, что над нашими душами все-таки будет так вот реализовано, если Господь действительно милосерд. И когда мы просим милости от того, кто источником этой милости является, то, наверное, не останемся без ее такого благодати, без Божьего снисхождения, без Его прощения. На что нам еще рассчитывать, если мы все же хотим обрести Царство Небесное? Аминь. С праздником всех я вас поздравляю. Следующая седмица.